Подсос 84 серии нашего пути. Бомжан за 365 дней на роге на РП сервер Приморский. Округ начинаем на 173-м. Я зашел в игру в 22.14, сразу залетаю в подвал с вентиляцией и собираю парочку биточков. После чего решил начать серию с азарта, поэтому залетаю в казино. Бюджет сегодня 51 миллион, поэтому надеюсь, что сегодня мы с вами поднимем плюс денежек. Давайте создадим сразу же на 5 миллионов. 5 миллионов у нас 4, нам падает восьмерочка, Киле четверочка, Ваньку 11, Андрею пятерочка. К сожалению, это слив. Окей, создаю еще на 5 миллионов и надеюсь, что сейчас камбэкнем. 5 миллионов у нас 3, нам падает десяточка, есть все шансы, но Андрей уже сразу же падает 12, капец невезуха. С такими числами проигрывать. Создаю на 10 миллионов, 10 миллионов у нас 3, нам падает восьмерочка. Да капец, тупо с такими большими числами проигрываю, это просто невезуха. Давайте создаю еще на 10 миллионов, если сейчас проиграю, буду уходить. Лучше пойду пооткрываю какие-то ларцы. Кстати, ставь лайк, если хочешь, чтобы каникулы длились как можно дольше. Что ж, нам падает шестерочка. Но Андрею 12, капец, снова слив. Ладно, буду уходить. Приехал астральный рынок, давайте накупим каких-то ларцов и пооткрываем их. Предлагаю накупить ларцы дальнобойщика, покупая их не дороже 850 тысяч. Встретил подписчиков, передаю вам огромный приветик. Кстати, если вы еще не начали играть со мной на родине РП сервер Приморский округ, то пора бы это сделать. Качайте игру по ссылочке в описании при регистрации на мой Приморский округ, вводите ему ник Наполеон Шторм, за который вы получите максимальное количество денег от системы и плюс 2 дня АДД випки. Также не забывайте про промокодик Шторм с маленькой буковки, за которую вы также получите неплохо так капусты. Что ж, неплохо я так скупился ларцами. 26 ларцов дальнобойщика. Ну, надеюсь, что сегодня нам выпадет фура. Так, плюс очки опыта, семейные талоны, талон для охранника. Пока что падает полный бред. Давай же нам фуру. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Так, минус 16 ларцов. Давай, давай, давай. 5 ларцов остается. Ну же, ну же. Но нет, пацаны, к сожалению, нам выпал полный хлам. Фура так нам и не выпала. Расстроенный забежал в центр занятости и устроился дальнобойщиком. Прибежал в подземный паркинг, проверяю нашу сканию, но без изменений. Надеюсь, что в будущем обновлении нам уже ее вернут. Сажусь в нашу реношечку и погнали поработаем на ней. Для начала нужно, конечно же, найти прицепик. Везет, везет, здесь нахожу прицепик, ну и погнали брать наш первый груз. Беру наш первый груз, это 15 тысяч водородных баллонов, ну и поехали. Без проблем их довожу и получаю плюс 819 тысяч. Окей, работаю дальше. После того, как поработал на дальнобойщике, решил заскочить на металлоискатель и погнали найдем кладик. Везет, везет, нахожу первый кладик, выкапываем его и смотрим, что здесь у нас. Здесь у нас плюс золото 5 штучек, мотоящик, материалы, ну и крышечки эрколды, ништяк. Так, так, здесь еще один кладик, смотрим, что здесь. Здесь у нас плюс бронза 2 штучки, материалы, автоящик, ну и крышечки эрколды, тоже неплохо. Прибежал на центральный рынок, поймал здесь лавочку и выставил все, что у меня есть на продажу по вот таким вот ценам. Плюс забираю ежедневную награду за сегодня, это плюс 100 зе коинцев. Если что, азешки я сейчас куплю на скилл киллера. Давайте активируем все азешки. В общем, у нас сейчас есть 1799 азе коинцев, ништяк. Так и закончился наш 173 день. Начало 174 дня началось у нас 7.39. Зайдя в игру, сразу залетаю в наш подвал с вентиляцией и собираю все наши наманенные биточки. Плюс 28 битков. После чего приехал на ферму Льна и Хлопка и погнали с вами немножко пофармим. Я купил на центральном рынке чистый фермерский чай, поэтому его юзаем. И за один кустик мы получаем с вами, как видите, по 5-4 штучки Льна и Хлопка. Что довольно неплохо. Поэтому фармлю. А пока фармлю, давайте для вас сегодня разыграем 2000 азекоинцев абсолютно на любом сервере Родины. Просто если ты уже подписан, то отпишись, подпишись. Если не подписан, то подпишись. Поставь лайк и напиши любой крутой интересный комментарий от 4 слов с тайным злом. Давайте тайное слово сегодня у нас будет. Твоя любимая азартная игра на Родине РП. Это может там казино, открывание ларцов, крафт может быть. Или ты любишь букмекерскую контору. Мне будет очень интересно узнать. Итог, если что, на 100 лайков, поэтому рассказывайте про розыгрыш друзьям. Беру в семейном автопарке гелик и погнали немножко поохотимся. Но для начала нам нужно заехать в магазин оружия и покупать здесь патроны нам на винтовочку. Что ж, приехал в поле и начинаю убивать оленей, медведей и кабанов. Ничего сложного здесь нету и довольно быстренько зафулю инвентарь. Приехал на скотобойню, давайте разделаем все тушечки. Также ничего сложного нету, просто через инвентарь их быстро вот так вот разделываем. Что ж, разделал все тушечки, у нас было 3,5 миллиона, продаю все мяско, стало 4,9 миллиона. В принципе, быстренький лям 400. Приехал в авиашколу, так как здесь можно на изи лутать азекоинцы, так как у нас максимальный скилл пилота. Давайте сейчас сделаем один рейсик и посмотрим, на какое место мы с вами попадем. Если что, каждое место получает там определенное количество азекоинцев. Ничего сложного здесь нету, довольно быстренько вот так вот пролетаем с вами эти чекпоинты. За один рейс мы с вами получаем плюс 265 тысяч. И мы с вами на четвертом месте, то есть мы с вами получим минимум 200 азекоинцев. Ну давайте сделаем еще один рейсик. И все, теперь я уже на третьем рейтинге, ништяк. Нужно будет еще заскочить сюда в воскресенье, так как в понедельник уже обновляются результаты. Заехал в полицию, оплачу штрафы на нашу фуру и прочие штрафы. Довольно много штрафов накапало. После чего заехал в банк и давайте продаю все наши биточки. Плюс 1 500 000. Да, биточек опять начал падать. Это, конечно, плохо. Оплачу налоги нашей квартиры и снимаю с основного счета плюс 143 000.
2000. После чего приехал на центральный рынок, поймал здесь лавочку и выставил все, что у меня есть на продажу по вот таким вот ценам. Так и заканчивается наша 74-я серия, поэтому если хотите видеть 75-ю серию как можно скорее, то прожимайте лайкосики. На самом деле, как всегда, Шторм, всем спасибо за просмотр, всем удачки, всем пока. И помните, это только начало, дальше больше.